Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Infinix Note 12 Pro. И сейчас мы разберемся, какие секретные коды есть на данном устройстве. Итак, для начала мы переходим в приложение «Телефон» и вводим первый код. Звездочка, решетка 06, решетка. Данный код позволяет нам увидеть номера IMEI и серийный номер нашего устройства. Нажимаем ОК, чтобы выйти. Потом вводим звездочка, решетка, 4, 2, 6, решетка, звездочка. И нас переносит на окно FCM диагностики, которое показывает нам историю наших подключений и такую серверную информацию. Здесь мы можем увидеть, как, когда, куда мы подключались. Также можно открыть расширенный вид, нажав на три точки. И мы можем это все просмотреть. Потом мы можем ввести звездочка, решетка, 2, 2, 5, решетка, звездочка. И просмотреть все сведения о календаре. Все события, которые зарегистрированы, например, на ту страну, где вы живете, либо на ваши аккаунты. Также есть семейные события. Можно ввести звездочка, решетка, 4636, решетка, звездочка. И таким образом проверить информацию о телефоне, статистику использования, либо информацию Wi-Fi. И также можно ввести звездочка, решетка 07, решетка. И таким образом мы увидим, какой уровень радиоизлучения сейчас получает наша голова и тело. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!